Приветствую вас и маму, конечно же, прибедить вам будет очень сложно, потому что человек пожилого возраста имеет свои устоявшиеся взгляды на положение вещей, на то, как обстоят дела и с вашими вещами, и с мотивами, которые толкают ее на подобное поведение. Первое, что вам нужно сделать, это перестать ругаться. Почему? Ну, потому что вы сами пишете, что ругань было много, а толку от этого никакого. То есть человек, как я понял, выслушивает вас, но при этом ничего не меняется у него в отношении к вам. И либо у него, у вашей мамы, то есть четкие представления о том, что, собственно говоря, она ищет, потому что в противном случае можно говорить о том, что это совершенно без мотивационная деятельность, и тогда, к сожалению, у вашей мамы есть определенные проблемы со здоровьем психическим, и здесь уже никакими разговорами не поможешь. Вот. А либо у вашей мамы есть какой-то мотив, вам нужно поговорить с ней спокойно, сесть, может быть, даже перед этим как-то ее порадовать чем-нибудь, да, вот, и потом спросить у нее. Ну вот, вот ты постоянно роешься у меня в вещах. Что ты хочешь найти? Может быть, ты думаешь, что я что-то скрываю, или может быть, тебе что-то нужно. Ты скажи, попробуйте выяснить у нее разумные мотивы того, что она делает. И вот если этих мотивов у вас не получится найти, если эти мотивы вашей мамы не будут высказаны, и она все равно будет продолжать делать то, что делает, вне зависимости от того, что вы ей там пообещаете, да, вне зависимости от того, о чем вы поговорите, то тогда у вашей мамы есть некоторое психическое расстройство. И здесь момент такого плана, что либо это расстройство как-то диагностируется, да, то есть психиатром или как-то еще, либо вы, значит, просто-напросто оцениваете здраво, какой вред несет то, что она делает. То есть она роется у вас в вещах, хорошо? Она берет что-то у вас, она как-то меняет положение этих вещей или что? В чем непосредственно заключается негативный эффект от ее деятельности? И вот этот эффект нужно постараться нейтрализовать. Именно эффект. То есть тут либо, вот как советуют коллеги, замок поставить, да, то есть лишить ее доступа к вашим вещам. Ну, либо что-то еще. Но именно разговоры, вот разговор, если заводить разговор, то он, его лучше направить именно на то, что мама вас хочет. То есть, что ей нужно, что, по ее мнению, она преследует, какую цель. И вот уже в зависимости от этого вы и будете исходить. Потому что не совсем понятно, как проходит у вас, как протекает у вас это ругань, потому что я понимаю вашу реакцию, но интересно очень, что говорит ваша мама. А какая причина заставляет ее делать то, что она делает? Вот исходя из этого и нужно действовать. Если причина адекватная, соответственно, стараться принимать какие-то меры. Если причина неадекватная, то тут уже ничего не поделаешь, ваша мама может быть достаточно пожилой женщины, и в этом возрасте, как ни крути, уже могут быть проблемы определенные со здоровьем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен.
Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу.